новий успішний рік потрібно спланувати, але зробити це потрібно так, аби не було варіантів невдачі. Сьогодні ми сплануємо і спробуємо зробити так, аби 2020 рік був для нас найуспішнішим. І ми це будемо робити разом з Лілією та Давидом Зарічними, арт-терапевтами. Я знаю точно, що ви розумієтесь на цій справі і кожного року ви коректуєте, ви даєте поштовх, людина потім користується тим інструментом, який ви їй пропонуєте, і справді рік стає кращим. Так от, що ж нам сьогодні ви запропонуєте, і як нам пропрацювати свої почуття, свої емоції, свої враження, які у нас були, і як зробити так, щоб справді все це спрацювало? Это действительно вопрос очень интересный, потому что это целое мастерство искусства. Как настроишься, так и проведешь Новый год. Как спланируешь, что спланируешь, и самое главное, в каком состоянии это сделаешь, такой и будет, соответственно, результат. Поэтому самое первое, самое главное, это с каким состоянием мы входим в процесс планирования и, в принципе, встречаем Новый год. С каким состоянием. И это про то, что зачастую мы находимся в такой спешке, в гонке, много дел нужно завершить под завершение года. И в этом состоянии мы теряем основной фокус. Фокус своего внимания на то, что же главное в нашей жизни, что же основное. То есть в этой рутине очень легко потеряться. И с другой стороны, есть такая привычка спешить наперед, да, что-то простроить, потому что так нужно, так правильно, потому что где-то про это прочитали, что так нужно, к примеру, делать. И в этом таком стремлении быть правильным, быть идеальным, тоже можно потерять свое истинное, настоящее ощущение. Знаєте, насправді знайти і відшукати основне – це, мабуть, задача не одного дня. І багато філософів думали на цю тему, і шукали, шукали, і багато хто не знаходив. Тобто знайти, що для тебе найголовніше. От так прислухатись до себе – це вміють робити багато, ну, не кожен, так? Не кожна людина це все може зрозуміти. Так от, що ж воно те ваше основне? Ліль, може ти знаєш, що воно? Ми от сьогодні приготовили інтересне упражнення творческое, которое поможет нам поработать больше даже не от ума, когда мы много собираем, пишем 100 желаний, как правильно учесть по каждой сфере жизни, с каждым человеком, а больше пойти через интуицию, потому что на самом деле в нашем подсознании хранятся ответы на все вопросы. И когда мы вот оставляем наш вот этот бег, который постоянно крутится, да, а идем больше в себя, вот, и предлагаем это сделать сегодня через творчество, через рисование и через работу с метафорой, работу с образом. И не думая, а делать это интуитивно, то, как правило, приходят самые верные ответы, то, что действительно ключевое, то, что действительно нам нужно, то, что важное. Це класна така методика. Я зараз пропоную усім взяти, можливо, папір, так? Якщо у вас є фарби, то фарби. Ну, якщо немає, можливо, там різнокольорові олівці теж підійдуть. Тобто візьміть усе, що у вас є, для того, щоб все це пропрацювати разом з нами, так? Ми ж будемо створювати успішний рік. Нам це треба, необхідно. До речі, беріть чай, пригощайтеся. От, можна пити вільно, трошки розслабимося, бо така зараз у нас задача. Так, нам все це треба зробити. Спасибо. Ну що, будемо працювати. Да, ми зараз приступаємо к першому етапу і пропонуємо зараз, вот, може, навіть Юля і нашим телезрителям закрити буквально на полминутки глаза. Так, закриваємо. І вспомнити уходящий год, да, который сейчас уже завершается, осталось, завершился, завершается. Какой он был в целом этот год? Если бы состояние, образы, да, вот можно было сейчас остановить и представить, на что этот год был похож вот для меня, то есть какой это был цвет, какой это был аромат, какое это было состояние, может быть, несколько цветов. Я уже знаю, який був, можно малювати? Да, и сразу берем, если у вас нет красок, возьмите фломастеры, карандаши, даже обычная шариковая ручка тоже подойдет. И интуитивно, буквально за одну-две минутки нарисуйте вот ваш ассоциативный образ. Це може бути просто пятно якесь. Жовтий був колір. Мені він так подобався цього року. Я не знаю, з чим це було пов'язане,
Але, от знаєте, такий сонячний якийсь, він жовтий був, яскравий. І я цей образ пронесла весь рік. От, мені подобалося, насправді. От, і не можу сказати, що це було чи погано, чи добре, не знаю, але він жовтий і це добре. Так? Я можу ще додати інших кольорів. Ну, от, я просто... Зараз іще спробую. Не знаю, чи це треба плямами. Ну, я би квіточку намалювала. От это хочеться... может быть на самом-то деле по-разному. Это может быть и какой-то образ конкретный, возможно, даже символ. Вот, Юлия, как у вас, да? То есть почувствовала, угу. что это может быть каким-то цветком. Это может быть какой-то абстракцией, просто какими-то цветовыми пятнами. То есть нет каких-то четких требований к этому рисунку, потому что интуитивно мы можем проявить это через что угодно. Поэтому просто нужно себя отпустить. И если вдруг у вас внутри проявился сейчас внутренний критик и говорит, что не так рисую, что-то неправильно, не получается, не знаю, что нарисовать, можно задать себе такой вопрос. А если бы у этого ощущения уходящего года была бы какая-то форма, был бы какой-то цвет, то каким бы он был тогда? И дальше просто пустить это в процесс, угу. и руки сами помогут вам это выявить, проявить. Ой, мне хочется, знаете, еще додать синего. От я просто не знаю, куди його зараз тут діти, але синій колір теж він потрібен. От якраз він був трошки яскравішим, мені здається, але він був синім. Я не знаю, як це так, але от це ті почуття, от які, ну, враження, можливо, не знаю. Ну, зараз мені не подобається, як воно вийшло. Хочеться щось ще сюди додати, насправді. Але треба три кольори, так? Ні, взагалі можна один цвіт, можна скільки вам захочеться. Ага. Правил ніяких нет. Этим і хороша арт-терапія і творчество, що нет ніяких ограничений. Так, ну чорний – ні, чорного не було. Можливо, трошки зеленого, але мало, мало, не знаю. Ну, хочеться зараз щось таке вималювати. Це може бути і змішання теж цвітів, щось більш таке сложне, можливо, необ'яснимо логічно, але ваші руки і само творчество поможе це почувствувати і виразити. Тобто це є суть і... Принцип того, как происходит арт-терапия, зачастую это очень творческий, интуитивный процесс, который угу. позволяет открыть множество инсайтов. То, что, возможно, мы забыли, то, что, возможно, трудно и тяжело передать через какие-то конкретные слова. И в этом плане мы также предлагаем всем использовать принцип, который есть абсолютно у каждого человека. Это принцип, который называется «шесть видов мышления». И если проще говоря объяснить это, то у каждого человека есть шесть таких потоков, каналов, как мы можем воспринимать мир. То есть как мы можем мыслить, как мы можем ощущать и проживать то, что с нами происходит. И первый из них – это интуит. То есть это такая интуитивная часть нас, как раз та часть, которая позволяет почувствовать события через цвета, через образы и символы. Вторая часть – это про то, что мы можем логически проанализировать и прочувствовать, о чем это. Поразмыслить, поразмышлять, что, возможно, у меня не получалось, почему какие-то цели, которые не удалось в прошлом году реализовать, какие причины за этим стоят, почему же я не реализовала это до конца, на все 100%, к примеру. Возможно, какие-то цели нужно просто отпустить. Возможно, они были не ваши или нам не нужны, и не тащить их в следующий год. Потому что очень часто бывает, что люди переписывают из года в год какие-то цели, а они почему-то не реализовываются. Тогда стоит задать себе вопрос, а почему они не реализовываются, эти цели? И, как правило, причина заключается в том, что мы просто на них не фокусируемся. Там, где нет нашего внимания, там и нет да, цели в итоге, получается. Поэтому зачем таскать за собой какие-то старые цели? Так то, взагалі, может, вы и не сможете ничего сделать. Насправді, если вы ставите себе такую мету, до которой вы навряд ли взагалі дійдете, то, возможно, она вам и не треба, так? Та мета. Ну все, я намалювала.
Да? Отлично, да. Еще пару рекомендаций, да, и относительно того, как и что мы можем воспринимать. Кроме логического, интуитивного, эмоционального мышления, есть также такая часть, как критик, да, и эта часть зачастую очень сильно проявлена у многих, то есть кто, как не мы, в первую очередь себя как-то, да, там в чем-то можем поругать, да, или, например... Это же дуже гарна справа. Да, и очень привычная такая, да. И эту часть, ее тоже нужно и можно использовать более продуктивно, более полезно. К примеру, в вопросе планирования можно написать список из 30, где-то 20-30 желаний. Угу. Вот да, это можно сделать даже так, за несколько подходов. Действительно, вот проявить все, что хочется, о чем мечтается. И далее выбрать основных 2 или 3 желания. Из 30 да, теперь 2 выбрать? Да, да. Ого. И для этого как раз критик и нужен, который здраво может подсказать внутри, что ну, это, допустим, еще рано, это нереально, это нужно в на несколько лет расписать, да, там, на 3 года, например, какое-то более масштабное желание. И тогда, если проделав эту работу с помощью внутреннего критика, можно действительно выделить приоритеты, самое главное. Далее можно подключить оптимиста. После критика он не помешает. Для баланса, все в балансе. Это про то, что 90% нашей силы, то, что позволяет действительно прийти к цели в течение года, это способность быть благодарным за то, что имеешь. И ценить, и видеть, что это есть в твоей жизни. И тогда это создает очень мощный поток жизненной силы и энергии, которая приводит к новому. И так как мы на предыдущем этапе мы определили, что это может быть всего лишь 10%, да, то есть где-то около 3-2 ключевых важных момента из всего изобилия желаний, то 90% остается на силу, на мощь, на целеустремленность. На ускоритель такой, да, вот признательность тому, что уже есть. Так, тобто ми ось так от визначили з вами ті основні критерії, на які нам треба покластися, і що нам з ними робити тепер? Все це пропрацювали, так? Не будемо їх вимальовувати, нічого, просто будемо думати і записувати, так? Це ось вони, це той етап. Да, мы это будем делать с помощью такой подсказки. Есть инструмент, это наш авторский инструмент в нашей мастерской, который называется метафорические ассоциативные карты. Класс. Так, а еще с ними работаете? И с этими картами мы сейчас как раз и поработаем, да, чтобы пройти весь этот этап и почувствовать каждый из 6 героев, которые на самом-то деле есть в каждом из нас. И мы предлагаем сейчас вот эти 6 типов мышления пробовать на себе для того, чтобы можно было креативно подвести итоги и одновременно с этим запланировать следующий год. У нас 5 хвилин залишається, встигнемо, так? Да. Зробити да. Це все. Ну все, давайте, итак, тоді пробуємо. Мы берем сейчас нашего внутреннего героя интуита, который отвечает за интуицию, и задаем себе такой вопрос. Прошедший год у меня был прекрасным, хорошим, потому что... И в закрытую вытягиваем картинку. Так. Но это не гадание, это работа с нашим подсознанием. И смотрим, какая же картинка, можно ее показать. И первое, что приходит по... Ну, трошки перелякана дитина тут. Така вийшла, знаєте, яка от в воді. Я не знаю, з чим це пов'язано. А ми спрашуємо, що було хороше, що вона була. Та непогано. Мені подобається, що це дитина. Мені подобається, що таке мале створіння. Що це якби таке щось добре, гарне. Але чому вона така перелякана, я цього не можу зрозуміти. Може, це про удивлення, про якусь неожиданність. Можливо. Ребенок це може восприймати. Можливо. Але насправді така серйозна робота. Треба дуже ретельно, мабуть, вивчити і поглибитись у ті переживання, почуття, які були, щоб дізнатися, чому ж саме така картка була обрана. Так? Тобто це насправді серйозна робота. І так, щоб це все швидко. Але ж ми дізналися вже. Так, давайте просто ставимо її, можна буде сфотографувати, потім оставити і подумати ще. Тобто ми можемо оставити, наприклад, пусть ця карта буде для нашого типу мислення. Тепер ми беремо ученого і це такий метафорічний внутренний образ, который отвечает за какие-то факты. И спрашиваем его, прошедший год был сложным или трудным, и в чем? И вытягиваем тоже карту конкретно для себя.
И что мы там? Слушайте, ну, насправді тут якраз все, що треба. Я б навіть і не здивувалася. От тут є фотоапарат, тут є якась, ну що тут, карта блокнот. Карта місцевості. Карта, так. Тут, ну, годинник. Ну, все, що правда. Фотоапарат, все пов'язане з діяльністю. Отлично. Я так думаю. То есть эти образы важно соединить с теми событиями, которые в чем-то были сложны. Теперь мы берем у нас помощника нашего внутреннего критика, о котором мы говорили, и задаем себе такой вопрос. Я в этом в уходящем году хочу точно оставить и уже к этому не возвращаться. И вытягиваем что? Может быть, какую-то цель ненужную, может быть, то, что не нравилось в этом году. И вытягиваем. Ой. Карта – это как подсказка. Ой. Что там? Слушайте, состояние, що тут? Чувства. Дивіться, что там? Тут в руках пташечка. Але ж тут насправді дуже складно. В руках пташка в руках. Ага. Може бути асоціативно якось. На що, да. З чим це може бути? В першу чергу, з якими чувствами це асоціюється? Коли ви дивитесь на картинку, то есть яке перше чувство? Ограничення. Возможно, страх какой-то возник. Или какое-то опасение. Так. Я вже зрозуміла, що це таке. Хорошо. Тепер беремо оптиміста після критика. Ну, це вже, мабуть, краще. Оптиміст у нас говорить о том, що я точно беру в Новий год це качество, состояние, какой-то навык, уміння своє. Точно. І що у нас там? А дивіться, мураха, працьовитість, мабуть. Все як потрібно, знаєте. Ну, нічого не буває зайвого, нічого не буває просто так. Ну, це не просто муравій, він який? Він що робить на цій карті? Та він вгору піднімається, он бачите? Піднімається, він йде вперед. Да? Так. Несмотря на те, що препятствия в несколько раз більше, ніж він уверенно, успішно це робить. Фух! Так, давайте тепер воспользуемся підсказкою від креативщика. Я хочу отримати в новому році точно. Це таке от вдохновення. Я точно отримаю це в новому році. Так. Ой! Ай, слухайте, ну, ні, це не воно, не воно. Хорошо, це не те, я зараз скажу, що я хотіла вибрати. Я не дивлюся, не дивлюся. Так. О, ага, конструктор, бачите. Ну, не напряму, про що це? Про ні, какое, ну, про будівництво, я думаю, про якесь таке, бачите, таке щось. Строительство чого-то нового, да, возможно, какой-то ідеї, какого-то проекта, при том там очень много, может быть, какого-то креатива. Клас, да? Ну, все це настільки круто, все це повинно працювати. Останнє дуже коротке питання. Якщо немає таких карток, що тоді робити і як працювати з своєю підсвідомістю, щоб все вийшло, все склалося, все вдалось. Вот как раз у нас и осталась последняя карта, и это про Которая мудреца. И если нет таких волшебных метафорических карт, как сегодня у нас в студии, да? На самом-то деле такая часть есть абсолютно у каждого человека, и просто нужно сказать, что, к примеру, я сейчас притворяюсь, почувствовать, что у меня внутри сейчас говорит мой мудрец. И тогда мы напрямую сразу обращаемся через свою фантазию, воображение к этой части, которая всегда есть, и она готова нам помочь. И можем сейчас это сделать с последней картой. Все. Тоді Освін. Основной вопрос, что я могу ценного дать в мир людям в новом году, что будет для них ценно и полезно. І ключове. Так, ого, стільки тут усього. Здесь нужно больше смотреть на образ, на состояние. Вот первое, не думаєш, какое здесь чувство, это про что? Я не знаю, тут дуже багато інформації. У мене перше – це інформація. Тобто, мабуть, це пов'язано… Ну, і позитивна, тут, я думаю, що така ємна і так, важлива якась цінна. Ну, тобто, якась цінність. Тобто, це та цінність інформаційна, яку можна дати. Отлично. Я думаю, що це напряму зв'язано з вашою діяльністю. Доносити якусь важливу, дуже цінну інформацію. Це дійсно дуже важлива місія, яку вы несете. И супер. Самое главное, что да, есть в этом во всем удовольствие, да, для личности,
И после этого вы можете, когда поговорите со всеми вашими внутренними героями, сесть и нарисовать вот это новое состояние, которое вы расширите через каждый из 6 типов мышления, нарисовать быстрый отпечаток, такую ассоциацию на Новый год, заложить это намерение, собрать вот это все и нарисовать. Ну, то есть нужно взять зрители второй, это сделают уже... Да, второй листик, и на этом листике изобразить, соответственно, этот новый образ себя, та, которая берет самое лучшее из старого года, и все это привносит в новый. Ну что ж, я так думаю, что наши глядачи возьмут зараз новый листок с новым папірцем чистым, и все это намалюют и уявляют себе, який же может быть ваш найкращий 2020 рік. Я вам очень дякую, что пришли сегодня и столько всего нам цікавого, корисного дали в сегодняшнем эфире. Ну, я так думаю, что мы встретимся с вами за несколько хвилин уже с новой темой.